Три цели хилил, шаман. Класс. Вот это да! Телепорт работает! Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Слышишь, а у тебя есть аддон поставить сальву вообще кидал то? Нет. Нет? Япончик тут? Да. Знаешь, что надо? Вот сейчас мы этот трэш бьем. Спиканись в ДЦшника чисто на собак, а именно на зеленую. Подстраховать. Собак легко. Че тебе? Только это, ты веди их сразу же на профа, быстрее добьем, расправимся и дальше пойдем. Не надо потом вот эту вот кровь, потом синдра, проф, лич. Да сразу же закроем эту тему и дальше. Зачем, блядь, если проф не стоп? Я согласен полностью, профа сразу. Да скажу, туда и пойдем. Ага, что потом ребята ливнули, опять добираются. Таймлут, в курсе такой? Мне лич нужен. Какой, блядь, ливн? Только без мата можно? В ДПС найдите сначала. Я вот думаю, что лича добивать будем с людей. Сейчас одобрим. Лича танк слабый, второй точно. Я говорю, все, тут после Женька очков уже идет. А Женек на пятом. Ой, этот, после Никитоса. Никитос на пятом месте. Какой нахуй лич? Следователя сзади потяните. Подтяните, да? Подтяните штаны, ребята. Надо моим корытом заняться. Поднимется ХПС. Ты уже просто видел, какие... Видел мои камни? В синем гнезде красный камень, а в красном гнезде фиолетовый. Класс. Ты в ДЦ уже? Да. Сейчас всех захилю. Мне нравятся коты, когда они ауешат. Назад ты возвращай. Там следующий пал, на следующую волну гнев небес прожмете. Что там по хилам? Без япончика тухлого нормально зайти? Не, нам седьмой еще нужен кто-то. Седьмой? У вас еще шесть? Да. Ну, помимо япончика. А кто шестой? Казный. Ладно, я ров пошлю. Ну, блядь, ну что там хилить? Захилим, да? Надеюсь, припал просто, блядь, вас не проебет.
Я там думаю, мы остальное все захилим. Зеленая собака. Зеленый червь. Ярим. Ух, вот и болеет. Долбоёб какой-то снял шкуру. Сейчас посмотрим. А чё, какая кожа получается? Битмаф получает брезку кожу, их знает. А чё там? Рестер Друид, ты знаешь, что, что когда ты снимаешь шкуру, души не собираются? Ты идешь в рейде и видишь, что, что у тебя собирают души. Нахрена ты шкуру сдираешь? А он вообще слышит тебя? Ты бы хотя бы узнал, где начал. Он написал, что мне в чат пишет. Ладно, шкуру не сдирайте, пока ебончик не скажет. Чё, я-то, вон сова говорит. Ты такой простой, блядь, это ж пуги, о таких вещах заранее надо. Да, пуги, да? Да чё пуги, у нас гильдия, об этом не все знают. Я про тоже и говорю. Которые распыляют шмот и говорят, что нажали отказаться, а он распылился. Слышь, что наш говорит? Я, говорит, первый раз слышал, хотя об этом говорят каждый, сука. Да, у меня просто снятия нет, я на него хуй забил, поэтому не сильно волнует. Ой, давай большого убьем, там души высадят. Я ловушку не снимал, если что, если вы взрывать собираетесь, то можете идти дальше. Угу. Так, взрывать или не взрывать ее? Чё? Пошел. Вторую тоже активируй. Ты успеваешь лутать вообще, конечно? Там вторую не взорвали. Справа врать, да? Но оно просто не лутает. Да, справа. Все взорвали. Просто тебя прям вообще любят слегка превращать. О, репа. Могу за колечком сходить. Я обратно шип. Дерево обратно. Опа. Нет. Не шип. Бля, Кимбридж, знаешь, что калит? За спину постоянно бегать. Куда вы побежали? А у тебя прыжок, по идее, есть, который за спину, нет? Ну, он в средней дистанции он не прыгает. То есть, если подальше, туда. Чё там лок стоит? В коридоре. Откашет? Ну а почему? Я откуда знаю? Ну твой же брат. Там ДК вообще. Не знаю, может быть ему стул на ногу упал, он стоит материться. Может быть к нему в дверь постучались, я откуда знаю.
Вон он бежит. Чё, Геру с пула первой стаки вейдим, может? Не. Кружок под боссом звезда. Три спора. Тимыч спору за кружок. Дайте сальву паладину. Алло. Пончики, оставляйте, разойдите, заплюйте. Я стою по центру ровно. Ко мне Рестер Друид подбежал. Иди вон справа, слева от босса, встань спереди, где его лицо. Ты можешь на дальний рейндж отойти. Я никого хилим. Блять, Враска! Ты на... Кто же там? Сильно хильте, потому что он на 6 стаках забрал. Линпо, ты в гисе? Также ловим споры, может быть, еще и пойдем. Локти в дисе первая пальчик, а вторая пальчик. Да-да-да. Че, он не вреет, не пишет ничего, ноль реакции. Да он пишет, что у него там что-то с роутером было, перезагрузился. Один из меня левый. Скоро, надеюсь, все словили. Давай, Гер. Ты думаешь? Да. Берса будет идти. У меня выключен. Паладина хитти. Фулт по цепухе по рейду пошли. Фулт цепухи. Не, ребятки, проф тут не это, не то самое. Это пиздец. Был моим любимчиком. Где урон-то вообще? Молодец, что
оставил столько газа. Вроде дают там он 10к, 9к. Мы первый, я иду в ЦУК, первый раз не вайпнулся на тухлом. Охрень. Офигеть. Сорян. Кому нужна кровь? Мы были близки к вайпу. У вас было минус одно тело. Минус два. Вот и минус урон. Даже минус три, ладно. Еще ДК офнутый. Да. Ну, минус два было после, блядь, первой гнили. До этого вот они были. Спрашиваем замену в гильдии. Желающих. Вон маргинала позови. Кирса за яйца на. Кирса вообще спокойно. Ну, Фарада нахуй. Лёху суды. Биг Бабла. Биг Бабла не пойдет. Лёха пусть понервничает, суды. Чё, он опять? А, он опять на БГ, я понял. Да. Так. Слушай, я за последний месяц Биг Бабла видел только в Зуламане, когда я его попросил. Когда Лёхе эту чешку выбили, он пришел. Я написала Кирсу. Чё за ачива? Какая ачива? Чё за маг? Ну, блядь. Ребят, а на милишный ШМ тоже такие кровь нужна? Ачивы, вот эта вся хуйня, которая на продажу, будет делаться тогда, когда здесь будет состав гильдейский, который не вайпнется стопудово. Они люди с твинками, 10 твинков по 7к ДПС. Ты спрашивай, но он сейчас в рейд не пойдет. Кир сказал, что он будет осколки собирать в другом рейде. Мак, ты тут? Я бы тоже так сделал. Вы меня просили. Этого и в 24 завалим. Этот самый. Спамера можно запустить просто и бить босс. Ляньпо, ты из ней умеешь водить? Не надо на боссе. Иди сбоку, встань. И там бегай на большом круге. Появится большой слизень, дашь него таун. И кинешь щит мстителя. На лапу. На пизда. Можно. Там сколько агроу? Отличные новости, народ! Сись снова потекла! Подожди, у тебя 200-300к, да, агроу у тебя? Так мы не будем пытаться даже, да? Нет, конечно. Я не понимаю, у вас что? Недержание какое-то, я сказал все. Идем, типа кровь. Раз, наверное, будет зелен. Захиливаем валь. Заходим на нормальных персов и убиваем. Все, вопросов нет. Кто на каких персов заходит, они знают. Да я и не нападала. Пугов те, кто не будут вывозить по ДПС, поменяются на тех, которые будут. Танк. Маленьких слизней забирать нельзя. Только больших. Большое появляется после двух маленьких. Подальше его от рейда держи. Еще дальше. Не, тебе же сказали, не таунти. Ну, поебать. Ладно, успокойтесь. Здесь вайп зависит от вас только. Если вы на взрыве не отбежите. Вторая парень.
Теперь забирай. Там босс бег. Ну забери большого с Миризона. Взрыв. Готовьтесь. И бежать. Побежали. Ну вот, вот эти вот люди, они не везут. У меня ни Чей, ни Синдру, ни Лану, ничего не везут. Захиливайте, пух. Гимна. Можно сальву? Ты далеко еще. Блять, я сейчас буду близко. Дальше отводи его. Теперь можно, да? Да хуй знает, ебашь что-то. Да палило, ничего не рад. Сколько там хоть падает? Не. Вот почему травмы нету, а? Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Пошли на кровь. Она кровь с ванной или без ванны? С ванной, наверное. Ну вот этих троих можно запомнить. Ghost Warrior, Ангел. Я бы за весь рейд первый раз упал. Линьпо, кровь рулится одна на двоих сразу. На крови, чтобы не было кровь. Ситуации, чтобы один человек ходит с одной крови, а другой с другой. Это в нормальных рейдах так. Первый комплимент я слышу. Езди Пуги я встречал с одной кровью. Он даже у нас покупатель был, по-моему, в каком-то целом. Типа только одну ему надо было. Так это в нормальных рейдах. Ну да. Чё ты червяка-то убил? Где танк? Типа на попроще то будет, там укус поймал, типа из-за грони паришь. А Аркан в какой стат забивается? Кого? Аркан в какой стат? Тоже хасту, как фост? Да. Сначала хаст, ближе к бису уже можно СПД. Вы пока трэш бьете, я быстро в магазин схожу, сейчас пойду. Это хил. Офигенно. Ну ты нужный трэш выбрал для вкашня. Меняй этого хила. В смысле меняй? Подожди тогда, не меняй ничего. Ты на самом противном трэше хочешь выйти в магазин, серьезно? Ник хила, скажите. Да, это цепная. Хил, ты кто? Какой-нибудь? Да тут я, тут. Я его голос выучила. Блин, 5 минут я в магазин сбегал, да ладно. Ты мне ник свой скажи. Цепная. Иди. Он все равно не хилит. Сейчас мне просто срочно надо. Иди, у тебя 5 минут. Я вам только не хилит. Можно в туалет на полчаса сходить? Почему нет? А поставьте перерыв.
Далеча. Леха, Леха, тут Редвара не хватает. Погоди, погоди, Тимбыч. Ник, скажи, какой твой, кто там на полчаса в туалет? Я понял, что это он. Сейчас ДП, да? Спалил контур. Че ты, Лех, пойдешь фаниться, нет? Леш, ты бы нам помог, да. Дай хоть пожрать. Жри, приятно. Кто-то жрет, а кто-то тут потеет. Короче, еще раз объясняю для тех, кто может не расслышит. Кровь, этот самый совет, Валька. Далее заходят люди на персов, которые здесь вагонами идут. В кавычках. Пуги, которые слабые, меняются на желающих с гильдии. Если рейд собирается, добиваем. Если нет, посмотрим. Контролить надо, нет? Да, надо. Короче, рыцаря слева. Контрольте на выбор любых, вот кто умеет контроль, ретрики, ШП. Приоритет бьется, метка, череп, тактика. Поехали. Спускаемся вниз. Давайте, ребята, который два раза позову, он будет дисморалить. Просто распустит рейд, ебать, одним сообщением. Понимаешь, звучит как-то, да, что я его оскорбляю, а ведь это шутка, мы вчера посмеялись, дизморали. Войт. Издеваешься над кем-то, да? Да нет, да, наоборот. Давай, ой, всегда. Рогу качаешь? Он чего стал... качаешь? Рогу? Нет у меня роги. Просто он в Вайне сейчас два Войда, один ЦЛК, другой в Дуротарь качается. А, может быть такой. Это мы вчера... Смеялись, старик, с ним кто там был, Япончик, Войд. С кем ты вчера ругался, Войд? Самогол. А вот, да, я задолбался уже рвать это агро. Так ты не стой под боссом-то в мелизоне, отбегай далеко. Удали перса. Да у меня три дотки и все, я сорвал. Ну так ты, блядь, понимаешь, я... что ты РДД? Не ори в микрофон, а. Понимаешь, я подошел на контроль, потом кинул три дотки и сдох. Сам виноват, еще ГП тебе сейчас въебу. Давай въеби. А вы ДВшный состав, кто сейчас с ДВшного? Это самое. Но потом снимешь. Думайте о будущем о своем. Надо продажную ЦЛК ходить в гильдии, а не вот так вот. Кругами. Ты говоришь, что тем людям, которые пришли на это ЦЛК, а не тем, которые не пришли, понимаешь? Вот я и говорю, тем, которые пришли, они расскажут тем, которые не пришли. Дадут им леща. Да, и те скажут, да, ну, окей. Надо сказать, он быстро всех погонит. Если нет, если вам это не надо, будете ходить своими, ну, вагоннищимися твинками. И ходить на тот квартал, который я вам говорю, а не как вам хочется. Профа пойдем по трам. Я прям удивляюсь, когда вы это говорите. Я успел. Да. Это самое... два тактика. Они убиваются первыми. Первый череп, это мой крест, это Ленипо. Остальные мобы в контроль. Я бабку в контроль. Не знаю про что ты. Ничего тебе. Блять, бабка, большая бабка. Да не тебе я. Это самое, пуля. Да не по крестик, агреш. Бабка не пошла, я вот. Блин, ты хряйте обновлять эфир. После черепа крест, потом все остальное вома. Гередвар. Да, мы еще часик вчера посидели, но зашли. А, это вы про ЦЛК 10 хм? А что, вы трали вчера хм, что ли, не убили? Да, после нее разругались, там Самогол сказал, что... Я вообще не понял, чего они разругались.
на этом фоне никто не ругался, вообще не знаю про чё вы. Ты я такого не помню. Хорошо, громко спорили. Громко. Я вообще ни о чем не спорил там. Это че, япончика был? Это Тимбочку до меня подписать хотел, да? Стою с утра, блядь, на службу кофе попить, на 10 минут зашел Волк, блядь, и сообщение пошли, блядь, ЦВК. Я говорю, ну, у меня сейчас на службе ЦВК начнется, надо. Хэм? Да там Хэм, там мифик, наверное. Не, это сегодня с утра ХМ и не было, вот вечером командир ХМ-ку как въебал, я чуть не охуел, думал, вообще домой не приду. У вас командирские дни бывают? Каждый понедельник. У нас тоже служил пиздец каждый понедельник, такая дрочь. Все, когда командирский день, можно просто сидеть на ежоге целый день у телефона, блядь, и молиться, чтобы он не заиграл. Также первого тактика сливаем он. А зачем делают командирский день? Тут дрочка обыкновенная. Чтоб ебать всех. А научно. Бля, командир же должен смотреть, что у него там происходит. Это как смотрим войск, вы там строитесь, кое мое, потом все идут там, гают, блять, по плацу. Так это день надзирателя получается, да? Это типа они смотрят. Ему же скучно всю неделю сидеть в кресле и орать над всеми. Он хуяк, и пройтись надо раз в неделю. Лучше, чем денег ХБЗ, по крайней мере. Да, завтра еще в резину вкидываться. Похуй, я контрабасов набираю. Я уже уеду туда. Ой, ебать, сейчас агитацию как проведу, блядь. Никто в армию не хочет служить на Камчатку. Ставьте шкаф. Этот самый. Хочу подальше от своей жены. Лень, вот ты танчилки лезет-то. Келесит третий, видишь, моб левый самый. Будешь его танчить. Вы как Мишаню уговорили. Это самое, значит, как танчится он. Бьешь его, и появляются черные сферки. Кидаешь в них какое-нибудь говно. Ну, их как бы убивать не надо. Ты можешь их ударить там, что-то кинуть в них, но не убивать, да. Эти сферки снижают по тебе урон от копья. Когда Келесит станет активный, его хп будет фул. Лужу только не лей. Тогда он будет бить копьем тебе по 80 тысяч. Три сферки сделают этот дамаг там на 20-30 тысяч всего будет. Вервульф еще это валька. Чек на пул. Черные сферки никто не бьет, кроме танка. Да погоди ты, Фарада засунули, раз он в рейде. Вы шкаф-то поставили, я же говорил. 4 лока, зачем тут? О, Миша, он в Дискорде? Нет. Хотел Мишу уже обматерить, короче, что он не сумонится, а в облике кошки сумонить нельзя. Двоих на пул, вот этих двоих, Талдара и Валанара на этого. На звездочку. Я их отведу. Чек на пол. Ты говори. Мага забавьте. Как новые боссы какие-то. Ага. Может быть такой. Вервольф сразу же пошел. А из-за срани. Разбегайте. Пал, отойди с ним дальше к стене. Вот эти твои сферы кто-то убьет рано или поздно. Какая-нибудь сова. Сферы-то за собой тащи. Все РДД по желтому говну сверху летит. Играем. Ваш приоритет.
До пола не должны долететь. Мы с один раз со СДшником сказали подбивать сферы, так они подходили и с ними сферы били. Пал, да чё ты стоишь ждёшь? Кастани экзорцизм, дай Джагу. Почему ты ждёшь только Таун? Леньпо, я думал о тебе, я был о тебе высокого мнения, думал, ты все нормально соображаешь. Ты, оказывается, новичок, да? Знаю, кто даже бильдию взял. Никто Келя не бьем. Хильте пало. У нас сферы взял. Вообще думал, это чей-то твин. Нет, не написано. Никто туда не бегает, просто желтые сферы бьем. Пал, дай лужу под себя. У него нет, у него два стака этих, как две сферы. Сейчас сдохнет, его и так под шотает по 30. Иди дезморальный. Хиль лучше давай, волну исцеления. Вот забери одну сферу сверху со ступенек на себя. Сними сферу с меня. А что это за огонь, блядь, летает в воздухе? Кто это видит? Вон там, на пьедестале. Я тоже вижу, что за хрень. Да, давно. Дайте рост. Два мобая на этих, может нормально подамажит. Валана рыхнул. На могущественном выхре разбежались. Выхри, милики. Не знаю, я ему сфер привел. Не должен сдохнуть. А старый вагон. О, это чей голос? Драгона, что ли, вонючки, блядь. Сам вонючка. Давай заходи в ЦЛК. Напичка? Это да. Драгон, вы чё там на ОВС наныли? Выхари разбежались. Талдаром объем. Правильно, братка. Филам надо нести, да? Эти розовые наныли нахуй, Эльма понерхали ещё больше, блядь. Слышишь, Драгон, ты сколько ОВС бьёт? Био 9к. А больше не знаю. Саян сам нечаянно по привычке на МТ кинул. Да я там тоже у тебя разок перебил. Ты сверки-то собирай, вон, блядь. Тебе что? Вот, возьми, блядь, кинь в неё какое-то говно. Ну типа 2 секунды, мне кажется, такая. Он, блядь, лужу по КД льёт. О чем речь? Он уже 3 сферы слил. Келя, не трогайте, это, сферы не трогайте. Которые у него, по крайней мере, стоят. Вот там в боссе появляются еще, а он те их. Бейте Келя, там 2 ляма осталось, вы чё гоните? Бейс, дай гимн на ману, быстрей. Просто бить без АОЕшек. Я не знаю, кто-то нашел. Вот, ты можешь бить, ему сказал, лить лужу под себя. Может быть, брать этого Келя. Не, обычно льется лужа, начинается каяться этих сфер, и они... Так он этой лужей по КД льет. Нормально, если он один раз ее разольет, но он по КД ее льет и убивает 3 сферы. Войт, мы куда? С Валькой, я же говорил, раз 10, наверное, уже. Слушаешь, а где дроп? Где мертвый? Был осколок, был, нет? Ой, дружище, срочно спросить надо, а мы чё, мы куда сейчас? Хорош. Не, ни хрена нет. Паладин, льёшь в лужу и собираешь агро, и сферы выводишь из луж, чтоб они не дамажили, это делается так. Да там и без лужи, блядь, ну, нормально будет. Ну, я думаю, всё-таки юзаю, так хотя бы выводить сферы нужно, чтобы не дамажить. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Основное здесь на этом трэше, перед Валькой, это отвернуть охотницу лицом от рейда. А чё ты ладно не пошел, убили бы? Уже ж объяснили, когда и как пойдем. Да? Я не слышу.
Что вы так крутили? Блядь, короче, врываем. Заводи эту курву сюда. Блядь, ёбаный стан ему дайте. Вон ту петушню убейте в рейде, охотницу. А, она уже тут. Она исчезнет, птица, когда охотник убьет. Да не, я думал, там охотница. Не кидай вихрь, блядь, надо же агрон набирать. Кружком назад не двигайся, назад вернись, блядь. Чё ты делаешь, ёбаный в рот, блядь. Паладин, ёбаный ты кружок. Как ты меня заебал. А я это паладин. Стой спокойней, блядь. Не агрипал он что. С синей лужи великий вышел. Другое говно добивайте. Блять, отверните вы, ханта! Не ори, пожалуйста, хил. Тут я буду орать. Я его замутил. Очень громкий чувак. Не понимаю, да? Паладин, ты ляньпо. Я тебе советую купить микрофон, надо с тобой попиздеть. Либо я буду очень хуёво с тобой говорить, блядь. Начинай аккуратнее играть. Ты можешь вайпнуть рейд, если будешь много агрить. До тела и рейснуть. Ты эту курву убьём. И охотник. Слушай, я, кстати, не видел, как ты бомбишь ни разу. Может, он тебя доведёт? А вчера... Он сказал, что он не бомбил, но это было близко, наверное. И ничего там близко не было. На не самом было. Деле, я всегда думал, что Войт очень спокойный человек, вся херня. Когда я могу бомбить только если один состав провожу в рейды 2 года или 3. Могу бомбануть что-нибудь выкинуть. Я всегда думал, что Войду подрезали там что-то, и он орать просто не может. Да не, может. Комплимент такой. Старик, ты чего? Я шутя же. Я еще хотел спросить, где такие операции делаешь, чтобы своему долбоящему это подошве подрезать. Зергаем вот эту курицу. Как оставать не шла? У нас есть ребар, но я там обычно. Захиливайтесь, добивай. Не, ну я вспомнила про...